Thank you.
Иванович Судин. Первый судья Александр Ярцов, международная категория «Веста». Второй судья Евгений Макшанов, международная категория «Веста» Петербург. Судья Алексей Андрей Рутин, город Смоленск, Алексей Данилов, город Воронеж. Оба всероссийская категория. Секретарь матча Татьяна Маркуш, Екатерина Малахова, обе первая категория, обе Санкт-Петербург. Главный судья Валерий Самедов, почетный спортивный судья России, арбитр международной категории, Всероссийская федерация волейбола. Инспектор матча Михаил Подгозный, мастер спорта СССР, заслуженный тренер Российской Федерации, Всероссийской Федерации волейбола. Представляю вашему вниманию стартовые составы команд. Команда «Локомотив» Новосибирск. Номер 7 – Константин Абаев. Номер 8 – Сергей Савин. Номер 9 – Дражин Лукович. Номер 14 – Марко Ивович. Номер 16 – Дмитрий Лысик. Номер 20 – Ильяс Уркаев. Главный тренер команды «Лара». Старший тренер Петр Шопов. Также игроки номер первый Роман Бартынюк и Денис Голубев. Команда «Динамо», город Москва. Номер первый Ярослав Подрезный. Номер два Илья Власов. Номер 11 Павел Башков. Номер 18 Антон Семушев. Номер 19 – Светлана Соколова. Номер 24 – Вадим Тихошевцев. Игроки номер 7 – Сергей Харанов. И номер 14 – Алексей Корешов. Главный тренер Константин Брянский. Старший команды – Алексей Повешин. Thank you.
2016, второй этап в команде «Динамо». Вторая партия подачи команды «Локомотив».
Номер 4.
Subway, they won't come on the channel.
также Министерство науки театральной площадки Александра Воропая, номер 5. Thank you.
товарищи, следующий матч начнется по всей.